This is the future. Привет! Ты на канале Zenimax Games, с тобой Максим, и мы продолжаем играть Dismantle. Сегодня мы проходим с тобой Doomsdale. Я думаю, что сегодня будет последняя серия. В предыдущей серии мы изучали полностью рецепты, создали с тобой вот такой джедайский меч уникальный. Кстати, он очень быстрый и очень хороший против зомби. Я тебе в этом покажу. Так, по выполнению у нас здесь есть колодец. По коллекции я прошел уже на 87%. В принципе, неплохо. По точкам интереса где-то что-то не нашел, как обычно. Ну, также у нас есть задание по цветам. Цветы растут, надо очень много провести времени, пропускать и ночевать, да, по 12 часов. И только тогда потом бегать еще раз по острову и собирать полностью цветы. И только тогда вот здесь, в лаборатории ботанической, мы можем создать и улучшить нашего героя. За это засчитывается задание. Так, сегодня мы отправляемся с тобой найти ключ, карту, которая разблокирует мне терминал. Да, это нужна ключ карта порталов. И мы должны добраться до ракеты. Так, в предыдущей серии мы закончили, что здесь нашли с тобой ключ вот тут, исполнительные апартаменты. Это был красный ключ, и активировали терминал. Теперь вот здесь мы с тобой открыли ворота, также отключили питание и побежали дальше. Вот здесь у нас есть с тобой продолжение, опасность. Здесь находится какой-то, может быть, большой зомби, либо какая-то опасность. Кстати, если понравилось мое приключение, это игрушка, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй, и, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. Приятного тебе просмотра, поехали. Главный генератор захвачен этими жуками. Единственное, что мы можем сделать в данный момент, это запечатать входы и надеяться на чудо. Вот такой вот у меня меч. Кстати, он очень быстрый. Так что, сейчас будем все быстренько снимать. Да, это, конечно, не капец, но тоже, в принципе, очень неплохо, это очень быстрый. Ладненько, давай я включу наш универсальный меч. Ну как, на всякий случай. Да, вот ресурсы будем сдавать. Так, есть. А что у нас дальше? Спуститься вниз. Да, в принципе, можно спуститься. Забаррикадировали двери, ну блин, так не делается. Кстати, по возможности будем еще находить с тобой цветочки. Да, они мне очень пригодятся. Так, также у нас здесь есть шкаф. Предыдущий сериал, к сожалению,
не сыграл. Хотя создание кое-чего было. Да, надо было бы, конечно, продолжать. Потому что если сейчас не хватит, будет очень обидно. Ой, я буду собирать по чуть-чуть. Так, здесь у нас есть тобой. Ящик на время. Хорошо. Сейчас попробуем его открыть. Кстати, по поводу сегодняшней серии, что она будет последней. И мы с тобой полностью пройдем Doomsday. Так, здесь у нас какая-то локация. Тут какие-то кристаллы. Слушай, это будут зомби с маной, да? Вот надо сначала уничтожить ману, а потом убить только зомби. Иначе я не смогу ничего с ними сделать. А, так, это уже... У нас другой путь. Хорошо. Так, ну по поводу огонька, это находится у нас только здесь. Отдыхаем. И сейчас будем быстро бежать, потому что нужно успеть открыть наш сундук. Не хватило времени. Как это возможно? Нужно еще сократить путь. Да, для этого нужно уничтожить все остальные препятствия. Ладно, давай еще раз попробуем. Слушай, может быть давай сократим путь, да, это у нас будет еще по-другому. О, кто его знает. Вот так вот, готово. Так, еще одна попытка, поехали. Что опять не хватило времени? А что такое? Слышишь? Так, ну подожди. Мне реально не хватает времени, чтобы полностью его забрать. Что делать? Так, ну здесь я уже прыгнул. Так, а если вот тут тебя спрыгнуть? Блин, стрёмненько. Ага, тут, слушай, глянь. Подсказка. Так. К сожалению, меч, наш лазер, везде пользуется спросом. Так, большая сфера голубого глаза. Хорошо. Что у нас здесь с тобой? Это здание. Так, лучок. Здесь у нас ничего. Так, тут у нас тоже ничего. Так, сколько у нас на время? Почти 2 часа ночи, да?
Давай дневное время сделаем, да, чтобы яркая была картинка. Так, поспим 6 часиков, наступает утро и солнечная погода, и начинаем действовать. Что здесь? Так, подожди. Вот здесь. А, ну это я не пройду сейчас, да? Потом, со временем. Ну, в принципе, ладно. Не беда. Так, изучаем, что у нас здесь. Опять уникальная система. Да, для нас это она уже не новенькая. Так, а что нужно сделать? Как поставить? Угу. Так, хорошо, я помню. Есть. И здесь. Вот так. Готово. Так, куда мне нужно стрельнуть? Журнал. Похоже, что большая часть лаборатории просто исчезла. Потери персонала составляют 87%. Ничего, совсем убили. Нифига себе, сколько. Да там никого живых нету. Куда я иду? Так, давай, значит, используем пушку. А, подожди, а что это такое? Схема как-то неправильно собрана. Или может быть было правильно собрано. А, допустил небольшую ошибку. Так, здесь у нас остались ворота. Заходим дальше. Это место было полностью разрушено какой-то неестественной силой. Так, золотишко. В принципе, падать не будем. Опа, а это не работает система. Не, может быть, она работает, но немножко потом попозже. Сработала система. Жадного помощи. События здесь. Похоже, стоит за синим. Стоит за синим, который существовал со всеми архипелаги. Так, подожди. Не работает система. Мне нужно ее как-то подключить. Вот здесь. Готово. Так. Следующая головочка, быстренько собираем систему. Так, если я поставлю вот так здесь. Ага, все, я понял. Так, хорошо. В принципе, ничего сложного нету. Так, следующая система. Так, вот эту штуку мы оставим. Вот сюда. И здесь вот так. Секундочку. Подожди.
поменять местами, да, вот эти две. Готово. Так, что у нас здесь? Что-то в ящике. Немножко маны. Такой себе ресурс, конечно. Да что ж такое, ты глядь, четверица. Так, давай здесь вот так вот. Так, здесь мне нужна пушка. Так, очередная дверь открылась. Что у нас здесь? Цветок. Есть. Так, один цветочек есть. Хорошо. Допустим. Что у нас здесь? Здесь у нас отпускаем мозг. Замечательно. О, бля, красавица Ленин бегает, да? Офигеть. Так, с этой стороны здесь есть ящик с таймером. Ящик с таймером прям здесь. То есть нужно будет с костра бежать вот сюда. Ну, в принципе, да. По мосту вот здесь вот так вот. Пробиваться просто. Включаемся, что все-таки нашу систему. Так, вот тут что-то здесь есть. Судя по нашим находкам, похоже, что они пытались перезарядить сферу глубокого глаза в надежде вызвать темпоральную реакцию. Так, ну допустим, там двери открыты, да? Я должен где-то переключить систему. Ключик. На один ключик ключ от портального моста. Нифига себе! Слушай, так я его, получается, я его нашел. Я его реально нашел. Вот здесь прыгнем, посмотрим. Так, здесь у нас с тобой остался сундук. Давай сейчас быстренько гляну, как лучше. Ага, эта стенка не бьется. Сюда, сюда. Блин, ну конечно плохо, мне кажется, вот так. А, ну вот да, так будет быстрее. Либо попробовать немножко вот здесь зигзагом побегать. Готово. Блин, убил оленя. Зачем? Не знаю. Делаем, мы с тобой бежим, побежали. Есть еще одна сфера.
В принципе, вроде бы все, но вот здесь есть у нас разлом, и вот тут что-то есть, видишь, какой-то выступ, и есть еще один разлом. Желательно, конечно, на разломчики попасть. Ну да, хотелось бы посмотреть, что это такое. Так. Давай сейчас быстренько возвращаемся назад. Так, вот здесь. Это схема. Ну, давай зайдем в портал, посмотрим, куда он находится. Вот сюда. Хорошо. Так, он неспроста. Значит, он не будет камень, там, наверное, цветок, либо что-то еще будет. Серьезно. То есть, получается... Тут ничего. Так. Подожди, мне нужно здесь открывать что-то нужно. Нет. Иди покупайся. Так, есть. Что у нас здесь? Хлеб из морожки можно приготовить. Хорошо. Наши оставшиеся теоретики предполагают, что вся лаборатория была перемещена и теперь находится вне времени и пространства. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как прекратить усилия по оказанию помощи. Да. Хорошие эксперименты ребята делали. Просто замечательные. Здесь у нас ходят скелеты. Так, с портала мы уйдем. Ну и ладно, давай сейчас спустимся, скелетов перевалим. Вот что-то будет. Иди поплавай. Так, здесь у нас с тобой рыбалка. Ладненько, давай быстренько сейчас что-нибудь порыбачим. Так, можно, конечно, пойти уже на ракету, но я вот думаю, мы сейчас как бы сюда немножко зашли, в эту сторону. Там немножко еще кое-что осталось, надо хотелось бы до конца уже пройти ее, посмотреть, и, в принципе, можно идти на ракету. Знаем какую-то историю. Может быть, кто-то когда-то выжил. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, мы нашли еще один цветок. Золотишко. Видишь, северная страна, там, где у нас находится с тобой снег, там находится... Так, еще одна рыбалка. Да, что у вас? Так, здесь мы с тобой были. И здесь мы с тобой тоже вроде бы были. Да, тут ящик у нас был. Значит, поднимаемся наверх. Так, что-то есть. Кактус. О, уникальный предмет. Да,
Ресурсы, конечно, не очень. И что у нас здесь получается? Я так понимаю, что все. На этом все. Ладненько, пошли тогда открываем наш портал. Я сейчас быстренько приготовлю, да, рецепт, потому что что-то будет, какой-то будет босс. Может быть, наш герой станет немножко сильнее. Так, три морожки. Два яйца и четыре кукурузки. Вот, точнее, пшеницы. Дальний урон 5%. Ладно, пойдет. Хотя бы можно было, конечно, для скорости что-то добавить. Но разработчик решил, что именно этого не хватает в этой игре. Поднять мост. Готово. Заходим. Сейчас у нас будет босс. Ой, не вдобудет. Что? Робот? Да ну, опять? Ёлки, блин. Если нам с тобой взять, так, удочка, давай, я возьму, я не знаю, подожди, так, пушка есть, кулак, и есть у нас также меч, в принципе, нормально, но мало, конечно. Ладно. Слабая. Наносит урон, но слабенько. Хорошо, да, есть. Лучше. Слышишь, была лучше. Суровый парнишка попался. Суровый. Так, ладненько.
4 робота! Да ладно! Я прошел. Какой ужас. Так, что у нас здесь? Все, типа, мы идем дальше, да? Сказано, есть какой-то портал, но на самом деле портала нету. Пойдем дальше. Я уже вижу устройство судного дня. Слушай, глянь, сколько зомби. Я так просто не пройду. Меня не пропустят. Так, ну и что у нас здесь? Что? Так, там обычная приправа. Нет, ну мне это не интересно. Пойдем дальше. Так, очередной костюм. Так, у нас здесь все грузовик. Я здесь был. Так, вот здесь пробежим все, посмотрим. Здесь у нас трофеля находится. Я думаю, что я брать не буду. Ладно, заходим. Так, похоже, что тюрьма не использовалась для как тюрьмы, чисто для исследований. Ладненько. Чего у нас там дальше? Здесь мы с тобой были. Так, а вот здесь мы с тобой не были. И надо хорошенечко побегать, посмотреть все, что здесь есть. Рыбалка. Ладненько, так, давай, значит, пушку убираем. Я думаю, мне нужна теперь удочка и лопата, больше ничего здесь не нужно. Что будет с ракетами? Да, полетим ли мы на ракете? Я думаю, нет. Я думаю, нет, ничего не произойдет. Может быть, просто она взорвется. Почему? Потому что мы с тобой в основном сюжете улетели на шаттле. Все. Это единственный способ был, как выбраться с этого острова. И то неудачно выбрался, потому что было сказано о том, что потерпело крушение, и я потерял руку. То есть мы теперь... Однорукий взрыватель. Ракета уже не с горами, скоро все закончится. Да, 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 конечно, конечно. Я так взял и поверил. Свободен. Так, но все же, что нас здесь еще ожидает? Давайте рыбалочку, клад какой-нибудь. Вот он, наконец-то. Но как отключить что-то настолько огромное? Эти серые трубы выглядят довольно хрупкими. Вот-вот. Я об этом и говорю. Что есть подозрение о том, что я никуда не полечу. Уничтожить трубопроводы на 4 на стороне ракеты маме 1-4. Так. Здесь. Чей-то такой заместо. Подожди, когда я сейчас поднимусь, я вас поднимусь. Как я их... Смузи из морожки. Блин, ну вовремя вы, конечно, придумали. Он сейчас вообще не нужен. Ну ладно. Так, здесь потом-то ягоды.
Слушай, я, если честно, я даже не знаю, как можно проходить было Doomsday. Четверых роботов, так лимит постройки плюс 15. Не пройти сюжетную линию, блин, это нереально. Только после сюжетной линии вот можно было вот это взять и пройти. Иначе никак. Это личный мой такой вот тебе совет. Так, вот здесь у нас есть цветок. Где-то будет еще один, да? Но это точно не в этой локации. Это немножко где-то в другом начале. Так, рыбалка. Давай словим рыбку. Уничтожьте трубопроводы. 4 штуки на стороне ракеты. Я думаю, это где-то наверху, да? Ну, вот надо подняться на лестницу. Там пару зомби будет. Ну, в принципе, там ничего такого сложного нету. И тигровые лилии где-то находятся в районе у нас джунглей. Там мы с тобой это все и раздобудем. Так, здесь уже я не поднимусь. Так, здесь мы с тобой заходили. Допустим. Свободен. Дядя. Так, здесь мы с тобой были. Ладненько, поднимаемся наверх. Есть. Блин. Вообще тут сейчас эти силы делать вообще не получится. Так, здесь можно зайти туда надо. Что-то есть. Давай. Так, сюда. И сюда. Опа, есть. Вы уверены, что расчеты траектории, которые нам предоставили руководство, верны? Почему они направлены в верхний слой атмосферы? На уничтожение мира. Понятно. Вообще ничего здесь нету. Так, давай начнем сюда сейчас. Что у нас здесь? Микросхемы и металл. Ну, такое себе. Можно было и получше чего-нибудь. Вы серьезно? Блин, ну как так? Как такое возможно? Где я? Я здесь, да? Ладно. Пошли, в принципе, осталось время немножко. Вообще ничего не понял. Волки откуда появились? Я всех уничтожил. Тут никого уже нету. Так, где-то, подожди, вот здесь что-то. Ничего нету, понятно. Я думал, блин, я не разобьюсь. Так, и вот последняя. Турбопровод. Есть. Уничтожьте боеголовку ракеты маны. Ну да, я все понял. Так, вот эта часть, что ли? Нет, чтобы спуститься, да, как перестроить ракету, куда-то полететь. Я взял просто и уничтожил. Ресурсов, конечно, валом. Очень много.
Уровень угрозы биологической опасности номинальный. Карантин снят, возможно, ведите свою обычную деятельность и хорошего дня. Хорошего дня. Че за задание такое? Войдите в депо дронов ракетной базы. Сейчас сделаем. Кстати, я даже догадался, куда мы с тобой полетим. Мы с тобой полетим... Место, то есть, в районе короны, да, появилось какое-то местоположение, и вот там можно что-то будет еще, скажем так, раздобыть. Какие-то ресурсики. Спуститься можно здесь? Ну, хотя бы пособирать. Да. Не все, конечно, но что-то можно. Так. У нас тут ничего не спрятано. Тут, ты знаешь, разработчика можно ждать все, что угодно. Там, в принципе, титана немножко валяется, да, вот. Два штучки. Блин, ресурсы жирные. Но мало, мало, блин. Можно было что-то еще добавить. Прикинь, ничего больше нету. Да ну ладно вам. Так, а если я сейчас... Я могу, конечно... Если я спрыгну, и я потом не поднимусь. Да? Ну да. Да не, ну тогда смысла нету. Слушай, пошли тогда на базу дронов. Отправляемся в новое путешествие. Biohazard threat level nominal. Quarantine lifted. Resume your normal activities and have a great day. Задание завершено. Скрытый архипелаг. Вы пережили испытание скрытого архипелага, при этом предотвратили катастрофу глобального масштаба. Рядом с вами находится еще один дрон, готовый забрать вас обратно на остров, поскольку у нас еще есть остались незавершенные дела. Ладненько, сейчас посмотрим, что. Пошел вон. Да, ресурсы тут, конечно, титан с золотом выпало неплохо. Что у нас здесь? Смотри, что-то есть на столе. Записка. Ракета будет оставлена в неактивном состоянии. Мы всегда сможем активировать и запустить ее дистанционно, если понадобится. Ну, типа понадобится. Мы должны рассматривать ее как страховку на случай, если дела пойдут плохо с обезглавлением короны. О, слушай, так, блин, мы реально полетим сейчас на корону. Ладненько, заходим. Так, по архипелагу. Неплохо. Серьезно скажу. ДЛС 2 намного лучше, чем первое. Огромное количество противников, много ресурсов. Где-то надо собирать много цветов еще. Склад припасов. И это мы с тобой. Где? Заросший дом. Угу. Так, ну это оттуда, откуда мы с тобой полетели. Хорошо. Вот сюда, как нам попасть? Что это такое? Раньше этого не было, сейчас это появилось. Спуска я туда пока что вроде бы не нашел. Можно, конечно, вот здесь посмотреть, если спрыгнуть можно, но рискованно. Просто здесь что-то есть. Я даже не знаю, что именно, но есть костер и как-то нужно попасть. Может быть, это со станции Корона можно спуститься здесь. Так, ну давай, на этом мы заканчиваем прохождение нашей игрушки DLS. Второе было, конечно же, бомбезно. Скрытый архипелаг я прошел на 96%. Что-то, как всегда, я не нашел. Где-то было что-то спрятано, в основном, наверное, это было какие-то зарытые ресурсы. Давай посмотрим точки интереса. Точки интереса у нас будут где-то вот
Корона на 74%. Где-то, значит, в короне есть проход, да, на вот то местоположение надо будет найти, и обязательно я сниму и покажу тебе, что там есть. Может быть, какие-то есть ресурсы. Так, по локации, да, вот, к сожалению, я не могу посмотреть, это только после перелета на архипелаг я могу только открыть и узнать, что у нас здесь есть. По чертежам остались, в принципе, травы. Триангуляция башни связи позволяет быстро перемещаться к любой активной башне связи непосредственно с помощью иконок карты в меню паузы. Слушай, ну это можно будет создать тоже. Так, и что у нас по рецептам? По рецептам я не нашел 6 рецептов, где-то что-то валяется. Я вообще без понятия, что это такое. И меня еще волнует вот этот ресурс, да, вот этот вот квадратик. Что-то не открыто. Возможно, это находится у нас вот здесь, в районе короны. Надо будет сходить, посмотреть, может быть, где-то можно спуститься, либо где-то под короной пройти в новую вот эту локацию. Но это будет в следующей серии. С тобой был Zenimax Games. Мы играли сегодня Dismantle Doomsday. Если понравилось это прохождение игрушка, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй. И, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. This is the future.